Идет, идет, мадам. Брошкину. Че, Даш, переезжаешь? Не боишься, что вечером вещи твои выкинут? А че она заходит ко мне? Она никогда не... Это к тебе пришла, она ко мне пришла. Там Марго. Вот че она убегает от разговора? Кстати, а вообще реально она... Ну, может, она занята любовными делами. Она побежала в мою бунгало. Слушай, тут сорока проходил, он бедный. Я не буду с ней. Она что? Там ничего не творит, ты за это не думаешь? Потому что это дубль сороки, поэтому, ну, знаешь... Слышишь, Катя... А, нет, там Маргоша. А мне это? А ты думаешь, Марго остановит, когда сорока мне пагости делал? Марго не останавливала. Ты представь, она что-то реально нам делает. Я ее прям убью. Она в твою пошла или в мою? Я сейчас выйду. Сейчас выйду к вам туда на диван. Слышишь, Катя? А, не, она сейчас выйдет. Блин, я уже думала, такая это ты. Кофе сейчас в лицо. Я уже хвост завязала. Лер, ты нас испугала. Я думаю, ой, блин, сейчас... Я не знаю, просто она очень похожа на сороку, а сорока так и делал. Он просто шел и делал пакости. Я уже готова. Не, я готова. Я уже думаю, блин, сейчас... Ну, представь, слушай, такие люди, они как... А я хвост завязала, нормально иду такая. Я просто с хроминой научилась. А что она там делает? А, бывает. Так, подождите. Может, где попкорн? Может, мне туфли снять? Сними, сними. А что ты приоделась? Говорить хотели, волосы, да? Цеплила? Да. Поговорить хотели. Да, хотели поговорить, Даш. Давайте я сначала скажу. А что ты своими словами-то не говоришь? Сейчас, подожди. Ты реально больная, слушай. Слушай, это как, слышишь, Лерка, от сороки. Никогда не знаешь, что произойдет. Чего ожидать? Правильно, поэтому я предупреждаю. Вот эти вот разговоры. Дорогая моя, попроще ножку бери, мы не на зоне, окей? Не нужно. Ты же не быдло, чтобы на столик ножки свои ставить. Посмотри на нее. Нет, а тебе уже нога не болит? Я пришла, если тебе разговоры не нужны. Чтобы сказать, что я с вами нормально разговариваю. Ты с нами нормально разговариваешь? Ты считаешь? А, да, клей, смотри, я вообще не нету, делах нету. Да, ты с нами разговариваешь, не с Лерой. Да. Поэтому хочу вам посоветовать. Что поэтому? Не вести себя вот так вот. Что? Ты согласна? Громче говори! Громче. Я говорю. Паша, Даша! Хорошо, ребят! Ребят! Успокойся, и ты тоже хочешь. Выяснять отношения. Я с вами нормально поговорила. Вы не умеете со мной разговаривать. Я предупредила. Нормально не будете общаться. Получите пару. Поняли? Поняли? Она, короче, нормально. Я предупреждала. Весь день ходят ко мне с разговорами. Я подошла, сказала. Нормально общайтесь со мной. Если не умеете, буду с вами по-другому разговаривать. Понятно? В лицо кулаками. Понятно?